Так, предпоследний поединок нашего бойцовского вечера. Марафона, как ты сказал, бойцовского марафона. Да, но марафон, который, наверное, стал все-таки полумарафоном, в силу того, что все поединки практически досрочно завершились. Несколько нервное начало от Сергея. Неплохой перевод, мог бы состояться, хорошо забирает ногу здесь Байсангур. Пытается взять боковой контроль Байсангур Базаев, но пока шею прихватил Сергей. Тяжело будет, конечно, Сергею в этом положении что-либо придумать, как мне кажется. Но пока что он просто тратит силы вот за этим видимым контролем. Это, как мне кажется, иллюзия контроля. Но, с другой стороны, его не бьют. Пока. Вот сейчас Байсангур поднял палец, показал, что у него все хорошо. Вот, а теперь будет добивание, скорее всего. И будет еще лучше. Да, но это нокаут. Сергей несколько потерялся. Еще один очередной скоростной нокаут сегодняшнего вечера. Боев сегодня было множество, но, наверное, даже скорее уже к этому привыкли. Если это было бы какое-то удивление для нас. Очень много досрочных поединков, очень много быстрых нокаутов. Уважаемые друзья! В этом бою на первой минуте 25 секунды боя первого раунда техническим нокаутом победу одержал боец красного угла Байсангур Базаев, клуб «Ахмат», Чеченская республика. Друзья, и ваши аплодисменты его сопернику Сергею Федотовскому.